Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Сука, дебил. Да. Будь проще и говори на понятном языке для людей. Знаете, не в километрах из расстояния измеряется. 2 часа. 50 километров нужно ехать 2 часа. Туды я Вов Качель. Был обнаружен гранатомет в центре города Киева на Крещатике. Автоматы, большое количество патронов. Более того, одна интересная вещь. Российские паспорта и российские деньги. Какая-то интересная связь. Вещи состыковываются так странно. Морду бы ему набить. Хочу обратить внимание всех. Встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли. И все мне задают вопрос. Вопрос заработной платы в сегодняшний день не стоит. Я даже не знаю, где заработная плата получает заработную плату. Я искренне могу сказать, я не знаю. Какая у меня заработная плата? Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили?